Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан отказаться от турецких товаров и поддержки турецкого бизнеса. Он убежден, это является моральным долгом. Начало цитаты. «Действия ВВС Турции, которые нанесли предательский удар по российскому самолету, выполнявшему задачи по борьбе с международным терроризмом в небе над Сирией, вызвали гнев и возмущение крымчан. Мы скорбим по погибшим военнослужащим вооруженных сил России и выражаем самые искренние, глубокие соболезнования родным и близким героев», пишет Аксенов в Facebook. Также в комментарии РИА Новости он заявил, что разорвет все связи с Турцией, начиная от деловых, заканчивая паромным сообщением. Напомним, после начала гражданской акции по блокаде поставок продуктов в оккупированный Крым с территории материковой Украины, фрукты на полуостров начали активно завозиться из Турции.